Для исполнения короткой программы на лед приглашается Анастасия Морозова, Москва. Опытная 16-летняя Анастасия Морозова, представляющая ЦСКА и тренерскую группу Марины Ефремовой, очень уверенно выступала в прошлом году на соревнованиях. Она является бронзовым призером финала Кубка России 2022 года и участницей чемпионата страны. И вот ее короткая программа вашему вниманию. Умничка. Здорово выполненная короткая программа. Единственное, что вы знаете, не потому что придираюсь, но она артистична, технична. Все было логически выстроено, но мне вот единственное, знаете, такой вот в кавычках наглости не хватило. Особенно под такую музыку. Хотелось прямо, чтобы вот больше энергии здесь было. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, дело в том, что это короткая программа, и здесь каждая ошибка очень дорого может обойтись фигуристке, поэтому она была в первую очередь сконцентрирована на четком и точном выполнении всех технических элементов, а уже в произвольной программе, стартуя, будем надеяться, из сильнейшей разминки, а борьба сейчас за нее пойдет очень серьезная, она выдаст лишь как раз всю мощь, всю энергетику, которой владеет, и мы увидим обновленную Анастасию Морозову. Не, и сегодняшний прокат был замечательным. Посмотрите на медленных повторах. Все чистенько сделано. Возможно, здесь поставят небольшой недокрут, но это уже на откуп судим. Вот сейчас вновь можем еще более детально рассмотреть. Ну, спорный момент для нас. Всегда это будет чисто выполненный элемент. Хорошее вращение, хорошие связки шагов, хорошее соединение определенных и музыкальных моментов. И смотрите, даже просто выезд с прыжка, но затем дополнительный поворотик, который усиливает восприятие
программы именно в положительном ключе. Ну, это ирландский танец и мощный очень, динамичный. Ну, вновь скажу, что вот хотел, чтобы прям вот вместе с спортсменкой плясать. Но обнимаем сейчас Анастасию Морозову и поздравляем с чистым прокатом короткой программы. Ну, вот сейчас позволяет себе улыбнуться спортсменка. Она понимает, что сделала практически все, на что была способна в этот день. И она сейчас поднимается на третью строчку с результатом почти 57,5 баллов. На первой позиции по-прежнему Грейка Имета, вторая София Захарова.